Продолжается матч. Тинбаскет против Айовы. Владение за волками. Очень целенаправленно на чужом щите сейчас действуют игроки волков. Но пока им это не плодов особо не приносит, к сожалению. Ушел, ты ушел не на поле, а у линии, когда вы ходите. Спасибо. На 6 поднялся. Александр Телешов за средний забросил. 59-й номер Тинбаскет. На этом у нас и заканчивается первая четверть. 11-4. Крайне нерезультативный баскетбол получился. Обычно быстрым нападением. На Яценко делает, то дальше. Хороший перевод под ноль. Здесь треха летит, опять не точно. О, здесь Гусельникова упустили. Тот такими шансами не разбрасывается. 16 на 13. Плохая передача, но Кондратьев здесь подхватывает мяч. Но в свою очередь передача также ошибается. Свободная треха. Здесь никто не вышел навстречу. Забивает эту треху. Плюс 5 делает для своей команды. Абашкин отвечает своим дальним выстрелом. Не точен Сергей. Абашкин там подстраховывал. В итоге мяч забрал, но его бросок накрыли. Рубилова там просто под кольцом происходило сейчас. В пользу Тинбаскет. Да. Еще на Ладышкина, тот попадает. Долгожданная для Тинбаскета треха. Еще одна треха с противоположного угла и залетает. Еще одна. Замену у нас Кондратьев и... А Ладышкин после дриблинга вот так вот сквозняк бросает. Одна Тинбаскета. Абашкин на Нуриева. Передачу отдает. Раиль не подводит. Плюс 2 для Айовы. Парин. И под 20 номером Михаил Левин на паркете в составе Айовы. Левин Михаил фалил. Четыре команды, Айова. Заваливает мяч в кольцо. Через правую сторону Сергей идет под кольцо. Обманывает здесь. И сейчас очередной проход от Телешова. Вновь он мяч отдавать никому не стал. Ларин.
еще одну треху бросает. Не точно. Не точно. И упускают Гусельникова здесь в отрыве. Ой-ой-ой-ой-ой. Даниил мажет. Счет сравнялся 39-39. И сейчас бонусный штрафной для Гусельникова. И тайм-аут. Айова. Я помню даже, кто это. Ты помнишь, Тимур? Да. А, Фиджик. А, это раз, есть. Потом мелким уже раздают. Ну, реально, под несколько штук. Фунатели тогда от этой движухи люто. Идет под кольцо Ларин, забивает, таки над Левин добавляет, хорош, 20-й номер Айовы. Давай, но зачем-то выбрал тяжелый бросок. Раиль, неправильное решение, на мой взгляд. Рачков, передачу отдает на Гусельникова. Рачкова, но здесь Абашкин, прекрасен, Сергей. Скидка. Кто бросать-то будет в итоге у Айовы? А Башкин идет под кольцо. Нет. И в итоге... От кого тут мяч уходит? И владение Тинбаскета.